Всем большой привет! Добро пожаловать к новому видео отчету «Раскрашенная за месяц июнь 2022 года». И в прошлом видео я вам рассказывала, как я планирую, что раскрашивать, как я выбираю, что мне раскрашивать. И я выбираю по категориям, которые, в принципе, каждый месяц повторяются, но только картинки по-другому подбираются. Вот. И сейчас я вам покажу свои картинки, которые я закончила, и по этим категориям. Кому интересно, то посмотрите, и кто не смотрел это видео, то посмотрите. А так, ну давайте, поехали. Первая категория была закончен VIP, по возможности старый VIP. Я действительно работала над одним VIP-ом и продвинула его хорошо, но я не успела закончить, и поэтому я его покажу вам, когда эта картинка будет закончена. Вторая категория была «Начни новую раскраску», и я начала вот эту раскраску. Это Grand Block диснейский от Hachette Heroes. И я просто уже блок разобрала вот в такую папочку, чтобы было полегче листать. Я сделала порядок немножко по-другому. Вот последовательность, как у меня картинки. Я просто, мне нравится, когда к одному фильму картинки рядом друг с другом. Вот, и закончила я вот эту картинку. Это картинка с обложки у одной французской колористки. Есть Color Along был по обложке, и он идет, кстати, тоже еще в июле, кому интересно. Вот Color L, и я раскрасила вот эту вот картинку, как видно. Здесь к Белоснежке и семь гномов фильм. Вот, здесь много деталей, я не совсем довольна, как получилось, но это более-менее. Почему мне не нравится, как получилось дерево? Дерево, кстати, я сделала вот эту листву акрилом, так просто так на кисточку, на конечнике краску набирала и вот так вот наносила. Здесь у меня... Ну, я пробовала разные карандаши, разные материалы. Здесь у меня и пан-пастель на фоне. Здесь у меня карандаши. Вот это тоже все карандаши. Здесь у меня, кстати, акварельные карандаши Альбрехт Дюрер. Здесь тоже акрил. Здесь и Альбрехт Дюрер, и пан-пастель поверху. Вот, ну, конечно же, Поска, куда без нее. Ну, вот такая вот картинка. Как я уже сказала, что много деталей, достаточно долго я над ней сидела, хотя вроде ночью раскрашивать, но действительно я сидела над ней долго. Вот. Ну, так, нормально. Следующая категория у нас была раскрасить что-нибудь к сезону. Июнь — это у нас летний месяц. И я раскрашивала вот по летней раскраске. Это, кстати, новая раскраска, я ее и начала. И раскрасила я вот такую вот картинку с лимоном. Здесь сначала сделала все алкогольными маркерами, а поверх... карандашками в некоторых местах. Фон так и остался алкогольными маркерами. Вот так. Ну, так забавно просто. На картинке несложные, забавные, и поэтому и выполнение их тоже такое для расслабления, чтобы, ну, позабавляться. Следующая категория была раскрасить картинку в книжке, в которую ты хочешь закончить. И это у меня от Ханны Карлсон, вот лесная, с леса. И здесь я вот такую вот картинку сделала. Это жук. И здесь у меня на фоне акварель. Так, у меня карандаши. Фаберкастель. Поликромас. И здесь у меня от Штетлер такой металлический карандаш, фломастер.
Ну и, конечно же, гелевые ручки, чтобы все это блестело и светилось. Вот. Ну так, нормально получилось. Я, кстати, сразу делала фон и вот на эту сторону. Я не успела ее закончить, ну и ничего страшного. Вот, но, кстати, у меня и получается новый VIP. Ну, новый. Вот так. Следующая картинка или категория, это была Oldie Book. Это, ну, книги, которые у меня, ну, уже старые книги, да. Вот эта вот книжка у меня, она прям достаточно с самого начала моего раскрашивания. Вот, допустим, картинка у меня была раскрашена в 2018 году в ноябре. Я в 2018 году и начала раскрашивать. Есть еще даже одна картинка, вот, в декабре 2018 года. И здесь я раскрасила вот такую вот картинку. Задумка была раскрасить картинку на недельный марафон Ольги Рани, была тема фламинго. Но я не отправила, я как-то забыла отправить. То есть я думала, что будет через 2 недели, только когда результаты будут показывать. Но это была всего неделя нам дана была, и поэтому я ее не отправила. Вот, ну так забавно, да, у меня здесь фон алкогольными маркерами и вот фламинго с платья немножко. Тоже такая летняя картинка, мне нравится, мне еще нравится эта книжка очень, да, здесь вот эти 50-е годы, это как бы уже настолько это давно, что уже прям немножко как бы культ, да, вот так, вон, такие славные картинки. Вот это мне, кстати, очень нравится. Мне кажется, прям такая вот романтика, что они после работы встретились и начали танцевать. Вот так. Так, следующая категория была раскрасить картинки в диснейских раскрасках. У меня много диснейских раскрасок. Я люблю очень фильмы, я смотрю их до сих пор. Вот. И... Да, и раскрасила. Кстати, я посмотрела фильм, не помню, в мае или в июне, который я... Inside Out называется. И я раскрасила ко всем героям, которые здесь были в этой книжке, картинки. Да, вот. Я буду, кстати, я не знаю, как они по-русски точно называются, поэтому я буду переводить, вы не это. Возможно, не совсем совпадет, но по смыслу, я думаю, вы поймете. Вот. Это у нас, ну, печаль или горе. Мне очень понравился этот мультик. Очень. Такой интересный. Особенно, когда в конце, когда показывали со взрослыми, как оно. Так, следующая у нас была вот эта. Это, ну, как бы гнев. Тоже очень классный такой характер. Потом, или персонаж. А, я не сказала, чем я раскрашивала. Здесь, кстати, на фоне Neocolor 2 слоев, наверное, 3 или 4 точно. Но это гелевые ручки. А здесь Prismacolor. Здесь все Prismacolor. Так, следующая у меня картинка, это, я не знаю, как это перевести, это как бы, ну, противное, да, что-то, то есть она представляет эмоцию, которая вот противная, да, когда допустим, вот девочка брокколи не любила, это такая, вот такой вот, здесь фон сделан акварелью, и потом я поверху на некоторых местах делала гелевыми ручками и, ну, смотрела, чтобы оно немножко гармонировало с цветом под акварелью, то есть видно, что они по-разному, да, вот. А здесь Prismacolor, Posca, ну и Stickles, губы. Так, потом был там имагинерный друг Пинг-понг, и да, тоже он такой очень-очень интересный персонаж.
Здесь не было фона, то есть здесь было пусто. Я подрисовала вот эти вот воспоминания. И я делала так, что как бы оно немножко наискось. И здесь вот больше, здесь меньше, чтобы как бы там вот удаление было. Ну, не очень видно, потому что места как-то и не очень много было. Круги я рисовала от руки. Вот, но все равно забавно и смешно получилось. Остальное это у нас призмакала. И здесь неоновые ручки. Так, следующий персонаж это радость. Вот, здесь оно как бы, она же как бы светилась, вот так я постаралась это изобразить точками просто. Здесь белым карандашом, вокруг немножко поверху покрасила, и вот этими точечками. Здесь это призмакала, и она сама призмакала, а здесь это... Дервен Инктенс. Ну и последний персонаж это страх. И это вот это тоже он такой, ну, как бы пиксельный. И вот так я изобразила. Круги я нарисовала плоской на фоне акварель. Перламутровая. Ну так. Ну, забавно было, да? Забавный фильм, забавные персонажи. Следующая картинка тоже диснейская и была на марафон от Ольги Рани. Теперь я не забыла ее отправить. Это Тима была кактус и суккуленты. И вот это моя картинка. А книжка называется «Микки и друзья». И вот такая вот картинка получилась. Я сначала... пыталась сделать фон акварелью, но бумага абсолютно сразу впитала, и она прям ничего там не размывалась, оно прям вот втянуло, и вообще конкретно было. И оно на другую сторону перешло, хотя я совсем светленькую акварель делала. Ну, разбавленные. Вот. Поэтому я поверх просто штамповой подушечкой так вот яблочка сделала. Потому что больше, ну, оно было, ну, не равномерно и ужасно было вот так. Ну, а так, в принципе, картинка тоже забавная, простая, но забавная. Следующая категория – это раскрась портрет. У меня нету, у меня портреты не на первом плане стоят, то есть я раскрашиваю так. Но стараюсь раз в месяц хотя бы портрет раскрасить, чтобы как бы навык набирать или хотя бы не то, что есть, не забывать. И я взяла себе Кристину Новак книгу уже в третий раз, потому что здесь бумага хорошая. Это как бы у меня рабочая тетрадь, в которой я стараюсь, ну, немножко упражняться. Вот такая вот картинка получилась. Это сестры. Здесь на фоне акварель, но тоже очень много слоев. Хотя акварель здесь замечательно наносится. Бумага прям обалденная. Но много слоев, и поэтому очень-очень плотно она смотрится как гуашь. И потом вот так акрилом брызги сделаны. Тремя цветами. Это черный, такой золотая бронза больше. И красный, но такой посветлее красный, чем фон, да? А вот. А здесь у меня волосы Fabio Castell Polychromos. И само лицо или кожа, это Luminance. Вот так. Ну так, нормально. Следующая категория это корейская раскраска. Ну или азиатская раскраска, да. То есть можно и японскую. То есть вот так вот. Так, у меня сейчас они все книжки упадут. Это надо убрать.
Так, и, кстати, новая раскраска. Температура любви. И здесь я раскрасила вот такую вот картинку. Ну, ну окей. Здесь раскрашен фон, это Prismacolor. Плитка тоже Prismacolor. Да, мне кажется, все Prismacolor, кроме волос. Волосы у меня поликромосы. Вот. Ну вот. Так, и следующая книга это здесь акварельная. Раскрась картинку акварелью или водными материалами. И у меня сделана вот такая вот простенькая, простенькая картинка. Это книга, страница, не знаю, из книги или из блокнота. Вот здесь я сделала, не знаю, белые ночи и шминка акварель. Вот. А еще она у меня немножечко, не знаю, видно, не видно, немножечко сверкает. Это такая блестящая тушь. Я ее водой растворила и вот так вот немного наносила. Она вот эту вот мне грязьку сделала, но здесь у меня была задумка такая, чтобы так грязьку получилось. Вот. Вот такая вот. Ну, и немного белой полоски. Это у меня черный акрил. Или черная краска, я уже даже не помню. Вот такие вот эти я нарисовала. Вот так. Так, с раскрасками это все. Но у меня была еще одна картинка, которую я сделала. Раскрашивательная. То есть у меня у мужа был день рождения в месяце июне, и я ему сделала открытку. Ему нравится все простое такое, да, то есть там не это. Это ну, к дню рождения. Вот здесь штампик, я его потом вырезала, и раскрашена здесь просто фломастерами, да. И акварельный маркер, у меня немножко так это, вот. И кому интересно, это вот такой вот от My Favorite Things, вот такой вот набор штампиков, и вот это Happy Birthday, и вот Muffin, да, вот так. Мне вообще нравится такие открыточки делать, я могу показать, это я не в этом месяце делала, но... Ну, кстати, вот я еще. То есть здесь как бы раскрашиваешь по-другому, раскрашиваешь какими-нибудь там розовыми цветами. Можно девочке подарить, да, такое забавное. Мне очень нравится этот, кстати, штампик. Вот с мышками тоже можно и для детской открытки сделать, и для взрослой, и для подростка, смотря как это все оформить, да. То есть и вот взрослому мужчине. Так, вот... Тоже сделано, это у меня штампик и раскрашен. И раскрашивала я, кстати, здесь нужно еще сделать открыточки. Раскрашиваю я часто акварельными карандашами, да. Так, вот открытка, здесь тоже то штампик вырезан. И я вырезаю просто так вот миллиметр от, ну, от штампика. А здесь вот, здесь тоже это глосси наверху. И вот это тоже глосси. Ну так, как бы да, летняя картинка. Картинка, говорю, открытку можно сделать. Интересно, забавно. Вот, ну и на этом все. Вы пишите комментарии, ставьте лайки и заглядывайте на мой канал.
Я надеюсь, что в этом месяце будет еще видео. У меня будет haul видео, то есть мои покупки. У меня большое пополнение моей коллекции раскрасок. Вот я жду еще одну раскраску, и она у меня скоро приедет из Голландии. И тогда я вам сниму видео и покажу. Поэтому так, что отдыхайте лето во всей своей красе. И ну все, пока, до следующего видео.